Лев Николаевич Толстой. «Власть тьмы». Монтаж спектакля Государственного академического малого театра. Просторная изба Петра, залитая солнцем погожего осеннего дня. Посередине избы широкая русская печь, в углу нарядный киот с образами. Петр, болезненный, немолодой мужик, сидя на лавке, чинит хомут. Открытого окна сидят за пряжей Анисия, жена Петра, и его дочь Акулина. Петр, отложив хомут, выглядывает в окно. Опять лошади ушли. Того и гляди, жеребенка убьют. Микита! А, Микита! Оглох! Будет вам не слыхать ничего. Лошадей загони! Загоню, дай срок! Уж эти работники! Был бы здоров, ни в жизнь бы не стал держать. Один грех с ними. Микит! Не докличешься. Пойдите, что ли, кто из вас? Акуль, поди загони. Лошадей-то! Ну, а то чего ж? Ща! Да и лодырь малый, не хозяйственный. Коли повернется, коли что. Сам-то ты больно шустер. С печи да на лавку только с людей взыскать. С вас не взыскивать, ты в год дома не найдешь. Эх, народ! 10 делов в руки сунешь, да и ругаешься. На печи лежа приказывать легко. Ух! Эх, кабы не хворь эта привязалась, дня бы не стал держать. Ахари! Вот это его дело!
Право, не стал бы держать. Не стану держать. Ты бы сам поворочил, тогда бы говорил. На силу загнала! Все чалы! Микита где ж? Микита! На улице стоит. Чего же он стоит? Чего стоит-то? Стоит за углом, калякает. Ты не добьешься от нее толков. Да с кем калякает? Чего? Пусти его. К Микитке отец с матерью пришли. Домой берут жить, одного отдохнуть. Врешь. Пора сейчас умереть. Я мимо иду, Микита и говорит. Прощай, говорит теперь Анна Петровна. Приходи уже ко мне на свадьбу гулять. А я, говорит, ухожу от вас. Смеется сам. Не больно тобой нуждаются. Вон он и сам сходить собрался. Сгоню, говорит. И пущай идет. Раз других не найду. А деньги-то зададены. Деньги, коли что летом отслужит. Да ты рад отпустить. Тебе с хлеба долой. Да зиму ты одна и ворочай, как мерин какой. Девка-то не больно хочет работать. А ведь ты на печи лежать будешь, знаю я тебя. А что, ничего не слыхавши, попусту язык трепать? Полон двор скотины. Не продал корову-то. Да и овец всех на зиму пустил. Корма и воды не наготовишься, а работника отпустить хочешь? Да не стану я мужицкую работу работать. Лягу вот как ты ж напечь, пропадай все, как хочешь, так и делай. Иди за кормом-то, что ли? Пора. За кормом? Ну что ж. Не буду я тебе работать. Будешь, не стану, работай сам. Да будь, а? Чего взбеленилась, ровно овца круговая? Сам ты кобель бешеный. Не работа от тебя, ни радости, только по едом ешь. Кобель потрясучий, право. Фу, ты, прости господи. Ох, пойти узнать толком. Ну, гнилой черт носастый. Ты за что, батю, ругаешь? Ну, тебя, дура, молчи. Знаю, чего ругаешь. Сама дура, пес, ты, не боюсь я тебя. Ты чего? Смотри, я тебя рогачом. Пес ты, дьявол, вот ты кто. Дьявол, пес, пес, дьявол. На свадьбу, говорит, приходи. Это что же они вздумали? Женить. Смотри, Микитка. Коль это твои умыслы, я то сделаю. Нельзя мне без него жить. Не пущу я его. Что, братец мой, беда? Приехал родитель, сын, мать хочет, домой идти велит. Окончательно, говорит, женит тебя и живи дома. Что ж, женись, мне-то что? Вот кто. Я рассчитываю, как получше дело обсудить. Она вам как жениться велит. И женись. Очень нужно. Что ж так? Аль забыла? Да ну, Будя. Ну что ты фыркаешь, таишь ты? И погладиться не дается. Да ты чего? А того, что бросить хочешь. А хочешь бросить, так и я не нуждаюсь. Вот тебе и сказ. Да ну, Будя, Анисья. Раз я тебя забыть хочу, да не в жизнь. Окончательно тебя, значит, не брошу. А я так рассчитываю, что ты женит, так к тебе ж назад приду. Вот только бы домой не брал. Очень-то ты мне нужен, женатый-то. Да ну как же, братец ты мой. Из отцовской воли опять-таки же невозможно никак. А, на отца сворачиваешь. А умыслы твои и все. Давно ты подлаживаешь с мазихой своей, с Маринкой. Она тебе-то намазала, недаром на медне прибегала. Маринка? Да очень она мне нужна, мало их вешаются-то. А зачем же отец приехал? Ты велел, обманывал ты. Анисья, ну веришь ты Богу, али нет? Ну ничего-то я во сне не видал, окончательно знать не знаю, ведать не ведаю. Он все мой старик. С головы свою вздумал. Сам не захочешь, так кто ж тебя селом, что ли, притянет? А, тоже рассчитываю. Невозможно, супротив родителя будет и сделать. А неохота мне. Упрись, да и все. Он уперся один такой-то.
Так ее в волосную так вспрыснули. Очень просто, тоже не хочется, сказывать щекотно. Будешь шутить-то. Ты слушай, Микита, коли ты за себя Маринку возьмешь, я не знаю, что над собой сделаю. Жизни решусь. Согрешила я, закон рушила, да уж не ворочаться стать. Коли да ты только уйдешь, я то сделаю. Мне что уходить? Как бы я уйти хотел, я бы давно ушел. Меня как на медне Иван Семенович приглашал в кучера. Эх, а жизнь какая, не пошел же. Потому я так рассчитываю, что я всякому хорош. Вот если бы ты меня не любила, то другой расчет. А то ты и помни. Старик не нынче завтра помрет. Думаю, все грехи прикроем. Закон приму. Думала, будешь хозяином. А, ну что загадывать. Мне что, ведь я работаю, как для себя стараюсь. Меня и хозяин любит, и баба его, значит, любит. Ну, а что меня баба любит, я в том не причинен. Очень просто. Будешь меня любить. Во как! Как была-то у меня в душе. Входит мать Никиты, Матрена. Заметив, как отстранились друг от друга Аниси и Никита, Матрена, отвернувшись, долго крестится на образа. А я что и видела, не видала, что и слышал, не слыхала. С бабочкой поиграл. Что ж, и теленок ведший тот играет. А чего не поиграть, дело молодая. А тебя, сынок, хозяин на дворе спрашивает. А я за топором зашел. Знаю, знаю, родной, за каким топором. Этот топор все больше колобаб. Что ж, матушка, ли вправду меня женить? Я рассчитываю совсем бы напрасно. Опять-таки мне бы неохота. Касатик, зачем женить? Живешь да живешь, это старик все. Поди, родной, мы и без тебя все дела рассудим. Вот чудно, право, то женить, то не надо. Окончательно не разберу ничего. Что ж, тетка Матрена, а ли вправду женить хотите? С чем женить-то, ягодка? Наш ведуш какой достаток. Так себе старичок мой зря болтает. Женить да женить. Да не его ума дело. От овса ведуш кони не рыщут, от добра добра не ищут. Так и это дело. Разве я не вижу, к чему дело клонит? Что ж мне, тетка Матрена, от тебя хоронится? Ты все дела знаешь. Согрешила я. Полюбила сына твоего. Ну, новости сказала, а тетка Матрена и не знала. Девушка, тетка Матрена терта-терта да перетерта. Тетка Матрена, я тебе скажу, ягодка, под землей-то наршин видит. Все знаю, ягодка. Знаю, зачем молодым бабам сонных порошков надо. Принесла. Чего надо, то вижу. Чего не надо, того знать не знаю. Ведать не ведаю. Так-то. Тоже эти и тетка Матрена молодая была. Тоже с своим дураком, ведешь, умеючи прожить надо. Все 77 уверток знаю. Вижу, ягодка, зачиврил твой старик. С чем тут жить? Его вилами ткни, кровь не пойдет. Глядишь, навесно похоронишь. Принять во двор кого-нибудь да надо. А сынок, чем не мужик, не хуже людей. Так что ж мне за корысть сына-то с доброго дела снять? Разве я своему детищу враг? Только б не сходил он от нас. И не сойдет, ласточка, все глупость одна. Старика моего ведаш, у моего вовсе расхожий. Вот тоже вот другой раз заберет, что в башку, как колом подопрет, никак не выбьешь. Да с чего взялось-то дело это? Видишь ли, ягодка, малой, сама знаешь, да баб какой. Да и красик, нечего сказать. Ну, жил он, ведешь, на чугунке, а там их девчонка-сирота в куфарках жила. Ну, и стала вязаться за ним девчонка эта. Маринка! Оно, пролик, я расшиби.
Ну и был ли что, нет ли, только и дознай самой старик. От людей ли, или она сама ему наклявозничала? Смелая ж какая подлюга. Ну, вот и поднялся ему эта дурь-то голова. Женить, говорит, да женить грех покрыть. Возьмем, говорит, малого домой, да женим. Разговаривала всячески, куда тебе? Ну, думаю, ладно, дай по-иному поверну. Их, дураков, ягодка, все так-то манить надо. Все в согласии, как будто. А до чего дело дойдет, сейчас на свое и повернешь. Баба, ведешь, с печи летит, 77 дум передумает. Да где ж ему догадаться? Что ж, говорю, старичок, дело хорошее. Только подумать надо. Пойдем, говорю, к сынку, да посоветуем с Петром Игнатовичем, что он скажет. Вот и пришли. Ох, тетушка, как же так? Ну, как отец-то велит. Велит? А велень-то его псу под хвост. Как же? Сынок в счастье живет. Счастье ждет, а я с него по тоскоху сватать стану. Что ж я дура, что ли? Да ведь она и суды к нему бегала, Маринка-то. О. Веришь ли, тетушка, как сказали мне, что женить его, как ножом по сердцу полоснуло меня. Думаю, сердце она у него. Ягодка, что он дурак, что ли? Станет он шлюху бездомовную любить. Микишка, ведешь, малый тоже умный. Он знает, кого любить. Кажись, уйди, Микита. Не стану на свете жить. И дело молодое. Легко ли? Баба, ты в соку. С таким осметком жить. Ох, веришь ли, тетушка, постыл. Уж постыл мне мой-то кобель носастый, и не смотрели б до него глаза. Уж я-то дело такое. Глянь-ка сюда. Матрена достает из платка порошки. Была я, ведаш, у старичка этого за порошками. Он мне на две руки дал снадобья. И это, говорит, сонный порошок. Дай, говорит, один сон такой возьмет, что хоть ходи поем. А это, говорит, такая снадобья. Если, говорит, давать пить, никакого духу нет. А сила большая. Насима, говорит, разов. По щепоте на раз. До 7 разов давай. И свобода, говорит, ей скоро откроется. О, что же это? Приметки, говорит, никакой. Рублевку взял. Меньше нельзя, говорит, потому, ведешь, добывать их тоже хитро. Я свою яхтку отдала, думаю, возьмет, не возьмет, Михаил не снесу. Ох, да может, что худой от них? Чему худом-то быть, ягодка? Добро б мужик твой твердый, а то что ж, только славу делает, что живет. Не жилец ведь он. Много таких-то бывает. О, головушка моя бедная, боюсь я, тетенька, как бы греха не было. Нет, это что ж? Можно и назад снесть. Что же их, как и те, в воде распущать? В чаю, говорит, лучше. Ничего, говорит, неприметно. Ни духу от их нет, ничего. Тоже человек умный. Ох, головушка моя бедная, пошла бы разве на такие дела, кабы не жизнь каторжная. А рублевку-то не забудь. Я пообещал старичку за 10 тоже хлопочить. Уж известно. А ты, ягодка, потеснее держи, чтоб люди не знали. А коли что помил Бог коснется, от тараканов, мол, тоже от тараканов идет. Аниси прячет порошки в сундук и опускается на его крышку. Порог избы переступает Аким, пожилой невзрачный мужик в плохоньком армяке. Он долго и сосредоточенно крестится на образа. За ним, продолжая разговор, идет Петр. Так как же, дядя Аким? Получше, Игнатьич, как бы получше-то и получше. Потому как бы не того, баловство, значит. Хотелось-то и к дому, значит, хотелось мало-то.
А коль ты знаешь, что это е, можно и того. Получше как. Ладно, ладно. Садись, потолкуем. Что ж так, аль женить хочешь? Вот, хотелось бы. Аль женить, дело хорошее. Хотелось бы, значит, это е, потому мне, значит, это е, рабочка в городу. Рабочка выпала. Сходная, значит? Ну уж работа, ямы чистить. Приехал на медень, так блевал. О. Это точно, с первоначала на ровной тае, шибай, значит, дух-то. А обыкнешь ничего, все равно, что борда, значит, тае, сходно. А что дух-то, значит, тае, так это нашего брата обижаться нельзя. А дежонку сменить тоже можно. Хотелось бы, значит, Микиту дома, пусть оправдает, значит. Он пущай дома оправдает. А уж я-то и в городу добуду. Хочешь сына дома оставить, оно точно. Да за браты деньги-то как? Это верно, верно, Игнатьич сказал. Это значит, это и правильно. Нанялся, продался. Это пусть доживать, значит. А только это и женить. На время, значит, отпусти, коли что. Ну что ж, это можно. Можно, дядя Кирилл. Ну, да дело-то у нас несогласное. Я пред тобой, Петр Игнатович, как перед Богом откроюсь. Ты хоть нас стариком рассуди. Заладил, что женить да женить. А на ком женить-то ты спроси? Кабы невеста настоящая, раз я своему детищу враг. А то девка с пороком. Вот это напрасно. Напрасно это и наносишь на девку-то, напрасно. Потому ей, девке этой самой, обида от сына моего. Обида, значит, есть. Девке, значит. Какая ж такая обида? А выходит, значит, это я с сыном Микиткой. С Микиткой, значит, это я. Ты погоди говорить. У меня язык помягше. Дай я скажу. Жил я-то мало-то наш до тебя, сам ведаешь на чугунке, и привяжись там к нему девка, так ведаешь немудрящая, Маринкой звать, куфаркой у них в артель жила. Так вот показывает она, вот эта самая девка, на сына нашего, что примерно он, Микита, будучи, ее обманул. Хорошего тут нет. Да она сама непутевая. По людям шляется. Опять ты, значит, старуха не тае. И все ты не тае. Все, значит, не тае. Вот только и речи от орла от мало. Тае, тае, тае. А что тае? А? Сам не знаешь. Ты, Петр Игнатович, не у меня. У людей спроси про девку. Всякой тоже скажет, так шалава бездомовна. Что ж, дядя Аким, коли такое дело, тоже женить незачем. Ведь не лапать, с ноги не сымешь, хоть бы сноху. Облыжно, старуха, значит, на девку-то ей облыжно. Потому девка-то ей дюжа хороша девка-то. Значит, жаль мне, жаль, значит, девку-то. Жаль девку, а сына не жаль. Навяжи ее себе на шею, да ходи с ней. Будь пустой, да говори. Нет, не пустое. Да ты не залетай, дай я скажу. Нет, не пустое. Ты, значит, на свое ворочь. Хоть про девку, аль про себя, ты на свое ворочишь, как тебе лучше. А Бог-то на свое поворотит, так и это. Эх, только с тобой язык терзать. Девка работящая, мужковатая. И, значит, вокруг себе, значит, и победа с ним-то рука, значит, и свадьба недорогая. А дороже всего обида есть девки-то. Значит, сирота, вот что девка-то. А обида есть. Всякое тоже говорит. Ты, дядя Ким, больше слушай нашу сестру. Они тебе расскажут. А Бог-то, Бог! Разве она не человек, девка-то? Значит, тоже-то Бог-то она человек. А? Ты как думаешь? А, заладил. А вот что, дядя Ким. Чего? Тоже ведь этим девкам-то верить нельзя. А малый-то жив, ведь он вот он. Позвать его, да и спросить толком, правда ли, он души не убьет. Верно, правильно. Покличьте малого-то. Анисья, скажи ты, отец зовет. Вот это родной рассудил, как водой разлил. Пущай сам малый скажет. Ведь тоже по нынешнему времени селом-то женить не велят. Тоже спросить малого надо. Да не захочет он ни в жизнь на ей жениться, себя страмить. На мой разум...
Пусть у тебя живет, да служит хозяину. Иналь-то, брат, незачем, принанять можно. А ты нам десяточку дай, пусть живет. Да, речь впереди. Порядком надо. Одно кончишь, тогда другое затевай. Спрашивали? Что ж ты, аль порядку не знаешь? Тебя отец спрашивать будет, а ты табаком балуешь, да сел. Будь-ка суды, встань. Выходит, значит, это я... Примерно на тебя, Микита, жалоба. Жалоба, значит. Жалоба? От кого жалоба? Жалоба? От девицы. От сироты, значит, и жалоба есть. От ней, значит, и жалоба на тебя. От Марины, от этой самой, значит. Чудно, право. Это какая же такая жалоба? Это кто ж тебе сказывал, Танаш, что ли? Я теперь это я спрос делаю. А ты, значит, это я должен ответ произвести. Обвязался ты с девкой, значит? То есть, обвязался ты с ней, значит? И не пойму окончательно, чего спрашиваете? Значит, глупости, это я глупости, значит, были у тебя с ней глупости, значит? Мало что было. С куфарки от скуки пошутишь и на гармонии поиграешь, а она попляшет. Какие же еще глупости? Ты, Микита, не костыляй. А что спрашивает родитель, ты отвечай толком. Микита, от людей утаишь, а от Бога не утаишь. Ты, Микита, значит, это и думай. Не моги врать. Сирота она, значит, обидеть можно. Сирота, значит. Ты говори получше как. Да что говорить-то нечего? Окончательно все и говорю, потому и говорить нечего. Она чего не скажет, говори, что хочешь, как на мертвого. А чего же она на Федьку Микишкина не сказала? А что ж по ночному времени, шутить нельзя? А ей вольно говори. Ой, Микишка, смотри, неправда наружу выйдет. Было, а нет. Лишь привязались, право. Ну, сказываю, что ничего не знаю. Ничего у меня с ней не было. Вот тебе, Христос, не сойти мне с доски с этой. Ничего знать не знаю. Что же это вы в самом деле меня на ней женить вздумали? Что это в самом деле, право, скандал? Нынче правов таких нет, чтобы селом женить. Очень просто. Да и побожился я, знать не знаю. То-то, глупая твоя башка дурацкая, что ему наболтает, он всему и верит. Только напрасно малого конфузил. А лучше как живет, так пущай живет у хозяина. Хозяин нам теперь на нужду десяточку даст, а время придет и женим. Ну, как же, дядя Ким? Смотри, Микита, обижна слеза-то е, мимо не канет, а все-то е... На человеческую голову. Смотри, как бы не того. А мне что смотреть? Ты сам смотри. Пойти мамушке сказать. Вот так-то все, Петр Игнатович, баламутный он у меня. Втемяшит, что в башку не выбьешь никак. И только даром тебя потревожили. Одно, дядя Ким. Если ты его налито сымешь, он мне на зиму не нужен. Уж жить так в год. На год и заложится, а мы дома в рабочую пору, коли что, принаймем, а малый пущай живет. А ты нам теперь и десяточку. Так как же, еще на год? Ну что же, видно-то и. Коль так, значит, видно уж то и. Опять на год, от Дмитриевой субботы. В цене ты не обидишь, а десяточку теперь дай, вызволь ты нас. Ну что ж, коли так, так, так. До трактира дойти и мы горячи. Пойдем, дядя Кима, водочки выпьем.
Не пью я ее вино-то, не пью. Ну, чайку попьешь. Чаем грешен, чаем точно. И бабы-то чайку попьют. И, Микита, смотри, овец-то перегони, да солому подбери. Ладно. Ишь, пристали. Скажи, да скажи, как с девками гулял. Эти истории рассказывать долго будет? Женись, говорит, на ней. На всех-то жениться-то жен много наберется. Как же? Нужно мне очень жениться. И так не хуже женатого живу, завидуют люди. Ох, и как это меня, как толкнул кто, как я на образ перекрестился. Так сразу всю канитель оборвал. Боязно, говорят, в неправде божиться. А все одна глупость. Ничего, одна речь. Очень просто. Ты бы хоть огонь засветил. Ну, на тебя глядеть. Да я тебя и так вижу. Ну тебя. Микита. Микита, иди скорее, тебя человек один спрашивает, одного отдохнуть. Да ну какой человек? Маринка Щугунки. За углом стоит. Врешь. Одного отдохнуть. Ну а чего ж ей? Тебе приходить велела. Мне, говорит, Миките только слово одно сказать надо. Стала я спрашивать, она не сказывает. Только спросила, правда ли, что он от вас сходит. А я говорю, неправда. Его отец хотел снять, да женить. Да он отказался, у нас на год еще остался. Она и говорит, пошли ты его ко мне ради Христа. Мне, говорит, беспременно нужно ему слово сказать. Она уж давно ждет. Иди же к ней. Иди же к ней! Ну, ее к Богу, ну, куда я пойду? Она говорит, коль не придет, я сама к нему в избу пойду. Одного отдохнуть приду, говорит. Да, небось, постоит да уйдет. Ай, говорит, его на Кулине женить хотят. Кого на Кулине женить? Микиту. Легкой. Да кто говорит-то? Да видно, люди говорят. Ну что, Акулина, пойдешь за меня? За тебя-то? Может, до преши пошла бы, а теперь не пойду. И чего же это теперь не пойдешь? А ты меня любить не будешь. Отчего ж не буду? Тебе не велят. Да кто? Кто не велит? Да мачеха. Она все ругается, все за тобой глядит. Ишь ты. Однако ты приметливая. Я-то? А что мне примечать-то, разве я слепая? Нынче она, бать, пузырила-пузырила. Ведьма она толстомордая. Ой, Микита, глянь-ка, идет. Одного отдохнуть она. Я уйду. В избу вошла Марина. Что ж это ты со мной делаешь? Что делаю? Ничего не делаю. Отречься хочешь? Ну? К чему подобно, что пришла? Ах, Микита. Чудные вы правы. Ну, зачем пришла? Микита. Ну, что, Микита? Микита есть. Ну, чего надо-то? Ну, иди, говорю. Так вижу, бросить. Позабыть хочешь? А что помнить-то? Ну, сами не знают. Он за углом стоял, Анютку послала. Не пришел я к тебе, значит, не надобно. Ты мне очень просто. Ну, и уйди. Не надобно. Не надобно теперь стало. Поверила я тебе, что любить будешь. А потерял ты меня, и не надобно стало. Ну, все ты ни к чему говоришь, ведь все несообразно. Ведь ты вот отцу наговорила. Ну, уйди, сделай милость. Сам знаешь, что никого, кроме тебя, не любила. Взял бы, не взял замуж, я и на то бы не обижалась. Не повинна я перед тобой ничем. За что разлюбил, за что? Ну, нечего нам с тобой переливать из пустого в порожнее. Ну, уйди ты, тот бестолковый! Не то мне больно, что обманул меня, жениться обещал, а что разлюбил. И не то больно, что разлюбил, а на другую променял, на кого знаю я. С вашей сестрой разговаривать никаких резонов не понимают. Ну, уйди, говорю, ты меня докуда доведешь? Докуда? Что ж ты меня бить будешь?
Ну, бей, на. Что морду-то отворотил? Эх, Микита. Ну, известно, нехорошо. Народ придет. Ну, а что же попусту толковать? Так конец, значит. Что было, то уплыло. Позабыть велишь. Ну, Микита, помни, берегла я свою честь девичью, пуще глаза. Погубил ты меня ни за что. Обманул, не пожалел сироту, отрекся от меня. Убил ты меня. Да я на тебя зла не держу, Бог с тобой. Лучше найдешь, позабудешь. Хуже найдешь, воспомянешь. Воспомянешь, Микита. Ну, прощай, коли так. И любила ж я тебя. Ну, прощай в последний, Микитушка. Разговаривать с вами. Ну, не хочешь уходить, я сам уйду, оставайся тут. Не даст тебе Бог счастья. А пес ты, Никита. А что? Как взвыла-то она. Ну ты-то чего? Чего? Обидел ты ее. Ты так ты меня обидишь. Пес ты. Этих баб как сахар. А нагрешишь с ними — беда. Прошло полгода. Перед избой Петра. Вдали зеленеют бескрайние луга и поля. Высокие ворота ведут во двор. У крыльца дома стоит Анисия, прислушивается. Опять что-то бурчит. Должно слезть с печи. Акулина, отец кличет. Пойди погляди, чего ему. О, орёт. А ты-то что ж? Иди, говорят. Измучил он меня. Не открывает, где деньги, да и все. На медне в сенях был. Должно, там прятал. Теперь сама не знаю, где. Спасибо, расстаться с ними боится. Все в доме они. Только б найти. А на нем вчерась не было. Теперь сама не знаю где. Измучил меня на отделку. Куда ты? Куды? А велел тетушку Марфу позвать. Позови, говорит, сестру ко мне. Я помру, говорит. Нужно мне ей сказать слово.
Сестру зовет. О, головушка моя. О, должно ей отдать хочет. Что стану делать? Не ходи. Куда ты? За теткой. Не ходи, говорю. Я сама схожу. А ты с бельем-то иди на речку, а то до вечера не успеешь. Да он мне велел. Иди, куда посылают. Сама, говорят, схожу за Марфой. Рубахи-то возьми с плетня. Рубахи? Да ты, Матри, не пойдешь, он велел. Сказала, пойду. Анютка где? Анютка? Она телят переживет. Пришли ее, вось не разбегутся. Не пойтить заругает. А пойтить отдаст он сестре деньги. Пропадут все мои труды. И что делать, сама не знаю. Раскочилась моя голова. Бог помочь, ягодка. Вот нечаянно, тетушка. Лучил же Бог, какого гостя ко времени. Ну что? Уж я его месть мешала с беда. Что, жив, сказал? И не говори. Жить не живет, и помирать не помирает. Деньги-то не передал кому? Сейчас за Марфой, за сестрой родной посылает. Должно в деньгах. Видимое дело. Да не передал ли кому помимо? Некому. Я как ястреб над ним стерегу. Да где ж они? Не сказывает. И не дознаюсь никак. Вот хоронит где-то из одного места в другое. А мне тоже от Акульки нельзя. Дура-дура, а тоже подсматривает, караулит. Ох, головушка моя, измучилась я. Ох, ягодка, отдаст денежки помимо твоих рук, век плакаться будешь. Сопхают они тебя со двора ни с чем. Маялась ты, маялась сердечный век свой с немилым. Да и вдовой с умой пойдешь. Не говори, тетка. Изныло мое сердце, не знаю, как быть. И посоветовать не с кем. Вот говорила Миките, а он робеет. Не хочет в это дело вступать. Только сказал мне вчера, что в полу они. Что ж, лазила? Да нельзя, сам тама. Я примечаю, он их то на себе носит, то хоронит. Ты, девушка, помни, раз маху дашь, век не справишься. Что ж, крепкого чаю-то давала? Кума! Анисья! Анисья! Твой никак кричит. Да он все так кашляет, ровно кричит. Плохо уж очень. Здорово, бабушка, отколь Бог несет. А из двора, милая, сынка проведать пришла, рубах принесла. Тоже свое детище, ведь жалко. Да уж такое дело. Сынок-то где? Паша. О, а у нас, девушка, свадьба. О, что ж так, весной? Семен Матвеевич за себя Маринку взял. Нашла таки себе счастье. Вдовец, должно, на детей пошла. Четверо. Какая ж путная пойдет. Ну, ее и взял. Она и рада. Вино пили, и ведаши, стаканчик некрепкий был. Проливали. Вишь ты, слух-то был. А с достатком мужик-то? Живут, ничего пока. Все равно точно, что на детей кто пойдет. Вот хоть бы у нас Михайло. Мужик-то, матушка. Эй, Маура! О! Куда тебе дьявол носит? Поди корову заводи. Выдали девушка от греха. По крайней мере, мой дурак об Микишке думать не будет. Ушла. Что ж, говорю, чайком-то поила? И не поминай. Помирал бы уж лучше сам. Все одно не помирает, только греха на душу взяла. И зачем ты мне давала порошки эти? Что ж, порошки? Порошки, девушка, сонные. Что ж не дать? От них худ не будет. И не про сонные, а про те. Про белесые-то. Ну, что ж, те порошки, ягодка, лекарственные. Знаю. Да боязно. Измучил он меня. Что ж, много извела? Два раза давала. Ну что ж, неприметно. Я сама в чаю пригубила, чуть горчит. А он выпил с чаем-то, да и говорит, мне и чай-то противен. А я говорю больному, все горько. Да и жутко же мне стало, тетушка. А ты не думай. Что думать-то хуже? Лучше б ты мне не давала и на грех не наводила. Как вспомнишь, так на душе загребтит. И зачем ты дала мне их? Что ты, ягодка, Христа с тобой, что ты на меня-то сворачиваешь? Ты, девушка, смотри, с больной головы на здоровье не сворачивай. Коль чего коснется, мое дело сторона. Я знать не знаю, ведать не ведаю. Крест поцелуй, никаких порошков не давал, не видал и не слыхал, какие такие порошки бывают. Ты, девушка, сама думай.
А мы-то на медне про тебя разговаривали. Как она, мол, сердешная мается. Падчерица дура, а мужик гнилой. Присуха одна. С этой жизни ничего не сделаешь. Да я и то не отрекусь. От моего житья не то, что эти дела. А либо повеситься, либо его задушить. Разве это жизнь? Тут и дело. Рот разевать некогда. Как-никак обыскать деньги, да чайком попоить. О, головушка моя бедная, что теперь делать, сама не знаю. И жутость берет. Помирал бы уж лучше сам. Тоже на душу брать не хочется. А что ж он денег не открывает? Что ж он их с собой возьмет? Никому не достанется. Разве это хорошо? Помил бог, такие деньжиши, да дуром пропадут. Разве это не грех? Что ж он-то делает? На него и смотреть. Передаст он сестре деньги, а ты оставайся. И то посылал, ведь за ней идти надо. А ты погоди ходить. Первым делом самоварчик поставь. Мы его чайком попоим, да деньги вдвоем поищем. Да щупаемся, небось. Как бы чего не было. А то что? Что ж смотреть-то? Да что ж ты деньги только глазами поваляешь, а в руки не попадут. Ты делай. Так я пойду самовар поставлю. Иди, ягодка, делай как надо, чтоб после не тужить, так-то. Одно дело. Микитке не сказывай про все дела. Он дурашный. Избавь бог узнает про порошки, он бог знает, что сделает. Жалостлив он очень. Он ведышей курицы, бывал, не зарежет. Не сказывай ему. Беда, он того не рассудит. Анисия и Матрёна внезапно замолкают, прячутся за угол. В распахнувшихся воротах стоит Пётр. Поясной рубахи, он с трудом добирается до крыльца и валится на него. О! Что ж вас не дозовешься? Ух! Анисья! Кто здесь? Ух! Чего вылез? Лежал бы, где лежал. Что? За Марфой ходила девка. Тяжко. О, хоть бы смерть скорее. Не досуг ей. Я ее на речку послала. Дай срок, управлю, сама схожу. Анютку пошли. Где она? Ох, тяжко. Ох, смерть твоя. Да я и то послала за ней. Ох, где ж она? А где она там, пролик ее расшить? Ух! Очи моей нет. Сожгло нутро. Ровно буровцом сверлит. Что ж меня бросили, как собаку, и напиться подать не хало. Анютку пошли ко мне. Вот она. Анютка, иди к отцу. Поди ты. Ох. К тетке Марфе скажи. Отец, мол, зовет. Пришла, чтобы. Нужно мне. Ну что ж. Постой. Скорее нужно, скажи. Скажи, помирать хочу. Только платок возьму. А я сейчас. Девушка, дело свое помни. Иди в избу, везде ошарь. Ищи, как собака блох ищет. Все перебери, а я на нем обыщу. Сейчас. Все с тобой смелей, как будто. Самовар не поставить ли тебе? Тетка Матрена к сыну пришла, с ней попьете. Что ж, поставь. Анисия уходит в избу. Матрёна кланяясь, приближается к Петру. Здорово. Здравствуй, благодетель. Здравствуй, касатик. Хвораш, видно, все.
И старик мой как жалеет. Поди, говорит, проведай. Поклон прислал. Помираю я. И то посмотрю на тебя, Игнатович. Не по лесу видно, а по людям боль-то ходит. Исчадил, исчадил ты весь сердешный, погляжу на тебя. Не красит, видно, хворь-то. Пришла смерть моя. Что ж, Петр Игнатович, Божья воля. Сообщили, а соборуют, Бог даст. Баба у тебя, слава Богу, умная, и похоронят, и помянут. Все честь честью. И мой сыночек тоже, поколе что, по дому хлопотать будет. Приказать некому. Необстоятельно баба. Глупостями занимается. Ведь все знаю я. Знаю. Девка дурковата, да и млада. Дом собирал, а обдумать некому. Жаль тоже. Что ж, коли деньги или что, приказать можно? Пошла, что ли, Анютка-то? Ишь, вспомнил. В ту же пору пошла. Иди в избу, что ли, я проведу. Дай посижу на последях. Дух тяжкий там. Тяжко мне. Ух. Сожгло сердце все. Чую я, что нынче помру. Чую. Ох. Ну что ж, пойдешь, аль нет? Тебе не дождешься. Петра? А, Петра? Ну что? Нету. Да ты все ли обыскала? В полу-то. И там нету. Не, что в пуньке вчера туда лазил. Ищи, пусть всего ищи, как языком вылежи. А я примечаю, нынче и так помереть. Ноготь синий, и на лицо земля пала. Самовар поспел, что ли? Закипать хочет. О, здорово, матушка. Здорово ли дома? Слава Господу Богу, живем, пока хлеб жуем. Ну что, хозяин, как? Тише. Вон он сидит. Ну, пусть я сидит, но мне чего. Микита! А, Микита! Путь к суды. Что рано приехал? Да пахал. За мостом полоску пахал. Так туда далече ехать? Далече? Из дому дальше. За нарочным поедешь заодно бы. Ах, сынок. Что ж так хозяину не стараешься? Хозяин хворый, на тебя надеется. Ты должен, как отцу родному, жилу вытягивая, служи. Так я тебе приказывала. Так ты того... Ой! Картошки повытаскай. Бабы переберут, а то сажать время придет, они попрели. Ух, мочи моей нет. Аль в избу свесть. Сведи, сведи, сведи. Постой. Никита! Ну, чего еще? Не увижу тебя. Помру нынче. Прости меня, Христа ради. Прости, когда согрешил перед тобой, словом и делом согрешил, когда всего было. Прости. Что ж прощать, мы сами грешны. Эх, сынок, ты чувствуй. Прости. Христа ради. Петр низко поклонился Никите. Бог простит, дядь Петр.
Что ж, мне на тебя обижаться нечего. Я тебя худого еще не видал. Ты меня прости. Может, я виноват перед тобою. Матрена помогает Петру пройти в избу. Никита с поникшей головой стоит у крыльца, стараясь скрыть подступившие слезы. Что ж ты сказывал, что деньги в полу нету там? Я от него худого, кроме хорошего, ничего не видал. А я вот что сделал. Будет. Деньги-то где? Ну, кто ее знает, прищи сама. Что больно жалслив. Жалко мне его. Как жалко его. Заплакал как. Эх. Видишь, жалость напала. Есть кого жалеть. Ты бы меня пожалел. Ну, что тебе жалеть-то? Помрет, деньги скроет. Да небось, не скроет. Ах, Микитушка, за сестрой ведь послал. Ей отдать хочет. Беда наша. Как нам жить будет, как он деньги отдаст? Сунут они меня со двора. Уж ты бы похлопотал. Ты сказывал, в Пуньку вечер лазил он. Видел он от Толетета, куда сунул? Ну, кто ж ее знает. Ах, головушка, пойду там поищу. Никита отходит за угол дома. На крыльце показалась Матрена. Никуда не ходи! Деньги на нем. Я щупала, на гайтане они. Ох, головушка моя бедная. Ох, теперь сморгаешь, ищи-то в Дона Орле на правом крыле. Сестра придет и прощается. Кто придет, отдаст ей, как быть-то. Как быть-то. А ты смотри сюда. Самовар вскипел, поди ты завари чайку, да налей ему. Да из грамотки-то всю высыпь, да попои его, выпьет чашку, тогда и тащи. Небось, не расскажешь. Ах, боязно. Ты это не толкуй, живо делай. А я сестру-то постерегу, коли что. А плошки не давай, тащи деньги, донеси суды, а Микита схоронит. Ах, головушка, как приступиться-то ей. Говорю, не толкуй, делай, как велю. Ну что, она у дочери на огороде была, сейчас придет. Придет она, что делать будем? Поспеешь, делай, что велю. Уж сама не знаю, ничего, в уме смешалась. Анютка, а? Поди ты, донюшка, к телятам, небось разбежались. Ох, не насмелюсь. Иди, что ж, самовар ушел, я чай. Головушка моя бедная. Анисия идет в избу. Так, сынок, дело твое тоже обдумать надо, а не как-нибудь. Ты как думаешь, я по твоему делу по всем местам толкалась. Все ляжки измызгала б тебе хлопотамшь. А ты помни, тогда меня не забудь. Да об чем хлопотал-то? О деле о твоем, об судьбе об твоей. Загоди не похлопотать ничего и не будет. Ивана Масеча знаешь? Ну? Я до него тоже притолчена. Зашла на медни. Я ему, ведешь, тоже дело одно управила. Посидела, к слову, разговорились. Как, говорю, Иван Масеевич, рассудить дело одно. Примерно, говорю, мужик вдовой. Взял примерно за себя другую жену. Примерно только и детей, что дочь от той жены да от этой. Что, говорю, как помрет мужик этот? Можно ли, я говорю, войти на вдову эту в двор? Чужому мужику? Можно, говорит. Да только надо, говорит, старанья тут много. С деньгами, говорит, можно это дело оборудовать. А без денег, говорит, и суваться нечего. Это что и говорить. Так подаваем деньги. Деньги-то не всем нужны. Ну, ягодка, я и открылась ему во всех делах. Первым делом, говорит, надо твоему сыночку в ту деревню приписаться. А на это денежки нужно. Стариков попоить, они, значит, и руки приложат. Все, говорит, надо с умом делать. А пуще всего вот тетка Матри, чтоб денежки не упустить. Не ухватит, говорит она, деньги не дадут ей на себя мужика принять. Деньги, говорит, всему делу голова.
Смотри, дел сынок доходит. Ну, а мне-то что? Деньги ее, она и хлопачи. Эх ты, сынок, сутишь. Разве баб может обдумать? Ну, если что, и возьмет она деньги. Да где ж ей обдумать? Бабе дело известно. А ты все мужик, ты, значит, можешь и спрятать, и все такое. У тебя все-таки ума-то больше, коль чего коснется. Женское ваше понятие необстоятельное совсем. Как же необстоятельно? Ты за граб денежки-то. Баб-то у тебя в руках будет. Если случай похрапать начнет, или что, ей у короту можно сделать. Да ну вас совсем, прав, пойду. На нем и были. Вот они. Давай, Микитке, он схоронит. Микитка, бери, схорони куда. Ну что ж, давай. Голушка, ну ж я сама, что ли? Куда идешь-то? Хватится, вон сестра идет. Ему давай, он знат. Эка бестолково. О, Головушка. Ну что ж, давай, что ли, суну куды? Головушка моя бедная, куды сунешь-то? Аль робеешь, а? Никита, смотри. Ну чего боишься-то? Туды запкаешь, ты сам не найду. Ах, что, как он? Что ж, помер? Да помер никак. Я снимал, он и не почуял. Иди в избу-то. Что ж, я нагрешила, а он, да что с деньгами-то? Будет! Иди в избу, вон и Марфа идет. Ну, поверила я ему. Что-то будет. Прошло еще 9 месяцев. Морозный вечер. В окна избы пробивается слабый свет зимних сумерек. У окна, прильнув к замерзшему стеклу, застыла Анисия. На печи сидит Анютка. Ходит работник Митрич. О, Господи помилуй! Что ж не приезжал хозяин-то? Чего? Микита, ты из города не бывал? Нету. Загулял, видно. О, Господи! Убрался на гумне-то? А то как же, все как надо убрал, соломкой прикрыл. Я не люблю как-нибудь. О, Господи, Микола, милостивый. А то пора ему и быть. Чего ему торопиться? Деньги есть, гуляет с девкой ячей. Деньги есть, чего ж не гулять? А Кулина-то по что в город поехала? А ты спроси ее, зачем туда нелегкая понесла. В город-то зачем? В городу всего много. Только было бы на что, о, Господи. Я, мамушка, сама слышала. Полушальчик, говорит, тебе куплю. Одного отдохнуть куплю, говорит. Сама, говорит, выберешь. И убралась она хорошо как. Без рукав купли свою надела. И платок французской. Уж и точно, что девичий стыд до порога. А переступила и забыла. То-то бесстыжая. Вон, а чего стыдиться-то? Деньги есть, так и гуляй. О, Господи. Ужинать-то рано, что ли? Пойти погреться пока что. О, Господи, Матерь Пресвятая Богородица, Микола Угодник. Летят утки, летят утки, и два Oh,
избу входит кума. Не ворочался, видно, твой-то? Нету. Пора бы. О, головушка моя бедная. В наш трактир не заехал ли? Сестра Фёкла сказывала, матушка моя, стоят там саней много из городу. Анютка! Чего? Сбегай ты, Донечка, в трактир. Посмотри, уж не туда ли он с пьяна заехал. Сейчас! И Акулину с собой взял. А то бы и ехать незачем. Из-за нее и дела нашлись. В банку, говорит, надо. Получка вышла. Все только она его путает. Уже что говорить? А коли там? Сказать что? Ты посмотри только, там ли? Ну что ж, я живо слетаю. О, Господи! Ой, пощёте! О! Напугал это кто ж? Дмитрич, работник. Ох, натращал, как я и забыла. А что, кума? Сказывали, сватают Акулину-то? Посыкнулись было из Дедлова. Да видно, слушок-то есть и у них. Посыкнулись было, да и молчок. Так и запало дело. Кому ж охота? Отдавать бы надо. Уж как надо-то. Не чай, кума, как со двора спихнуть. Да не пает дело-то. Ему неохота. Да и ей тоже. Не нагулялся, видишь, еще с красавой-то своей. Их грехи. Чего вздумать нельзя. Вот чем ведь ей. Эх, кума, оплели меня. А були так ловко, что и сказать нельзя. Ничего-то я с дуру не примечала, ничего-то не думала, так и замуж шла. Ничего хренька не угадывала, а у них согласие уж было. Но дело-то какое? Дальше больше, вижу, от меня хорониться стали. Ох, кума, уж тошно ж мне, тошно житье мое было. Да проб не любила я его. Да что уж и говорить. И больно мне, кума, от него обиду такую терпеть. Ох, больно. Что ж сказывают, и на руку ёрзак стал? Всего есть. А ты что ж ему укороту не сделаешь? Эх, кумушка милая, сердцем своим что сделаю? Покойник на что строг был, а все же я как хотела, так и вертела. А тут не могу, кумушка. Как увижу его, так и сердце все сойдет. Нет у меня против него и смелости никакой. Хожу перед ним, как куренок мокрый. О, кума! Да это, видно, сделано над тобой что? Да уж я и сама, кума, думаю. Ведь как обидно-то другой раз. Кажется, разорвала б его. А увижу его. Нет, не поднимается на него сердце. О, житье твое, кума, погляжу. Завидуют тоже люди богатые, говорят. Да видно, матушка моя, и через золото слезы льются. Есть чему завидовать. Да и богатство все так прахом пройдет. Мотает денежки страсть. А ты что ж, кума, больно просто пустила? Деньги твои. Кабы ты все знала, а то сделала я промашку одну. Никак идет кто? Мир дому всему. Здорово живете. Здорово, тетенька. Здорово, дядя Аким. Здорово, батюшка. Из двора, что ли? Проходи, раздевайся. Думала, это я. Дай, значит, скажу-то я к сынку. К сынку пройду. Не рано пошел. Пообедал, значит, пошел. А снежно как, это я, тяжко. Идти тяжко. Вот и да я запоздал, значит. А сынок дома? Дома сынок, то есть? Нету, Ти, в городу. О, дельце до него. То есть это я дельце. Сказал, значит, ему на медне это я, значит, об нужде сказывал. Лошаденка извелась, значит, лошаденка-то. Объегорить-то ей надо тебе лошаденку-то. Какую не наесть лошаденку-то.
Вот это и пришел, значит. Сказывал Микита. Приедет, потолкуйте. Ага. Поужинай, он подъедет. Ну, верно, верно. Митрич, иди ужинать, а, Митрич? Чего? Ужинать. О, Господи, Микола Белский. Иди ужинать. Я пойду. Прощевайте. И не видал, как заснул, о, Господи, Микола Водник. Здорово, дядя Аким. О, Митрич. Здорово, Митрич. Ты что же, значит, это я? Да вот в работниках у Микиты, у сына у твоего живу. Ишь ты. А если в работниках у сына-то, ишь ты. То в городу жил, у купца. Да пропился там, вот и пришел в деревню. Причала у меня нет, ну и наделся. А? Господи. А что ж тае, аль-тае, Микитка что делает? Дело, значит, еще какое, что работника-то, значит, а я работника-то нанял. Да какое ему дело? Ты управлялся сам, а нынче не то, но у меня вот и работника взял. Деньги есть, так чего ж ему? Это я напрасно. Вот это совсем-то я напрасно. Напрасно это баловство, значит. Да уж избаловался, что и беда. Вот то-то я, думается, как бы получше-то я, оно, значит, хуже. В богатстве-то избалуется человек. Избалуется. С жиру-то и собака бесится. С жир-то как не избаловаться? Я вон с жир-то как крутил. О-о-о-о-о! 3 недели пил без просыпу. Последние портки пропил, не на что больше, ну и бросил. Теперь зарекся, ну ее. А старуха-то, значит, твоя где же? Старуха, брат, моя, к своему месту пристроена. В городу по кабакам сидит. Щеголиха тоже. Один глаз выдран, другой подбит, и морда на сторону сворочена. А тверезая в рот ей пирога с горохом никогда не бывает. Что же это? А куда же солдатской жене место? К делу своему определена. О, Господи. Аниси подает еду. Митрич и Аким садятся за стол. А что же Микита-то в город-то я повез, что продавать, значит, повез что? Рожнем поехал. За деньгами поехал. В банке деньги брать. А что же вы их деньги-то? Куда еще приделить хотите деньги-то? Нет, мы не трогаем. Только 20 или 30 рублей вышло, так взять надо. Взять надо? А чего же брать-то? Тае, деньги-то. Нынче, значит, тае возьмешь. Завтра, значит, возьмешь. Так все их и тае. Переберешь, значит. Это кроме получай. А деньги все целые. Аж целые, а? Как же тае целый? Ты бери, а не тае целый. Как же насыпь ты тае муки, значит, и все тае в рундук тае или амбар, да и бери ты оттуда муку-то, и что же она тае цела будет? Это значит, не тае. Обманывают они. Ты это дознайся, а то обманут они. Как же целы? Ты-то ей бери, а не целы. Да уж я и не знаю. Нам тогда Иван Масеевич так присудил. Положите, говорит, деньги в банку, и деньги целей процент получать будете. Это верно. Я у купца жил, у них все так. Положи деньги, да и лежи на печи, получай. Чудно-то я говоришь ты. Как-то я получай, ты-то я получай. А им, значит, это из кого что я получать-то деньги-то? Из банки деньги-то дают. Да ну, баба, она раздробить не может. Ты гляди сюда, я тебе сейчас все толки найду.
У тебя примерно деньги есть. А у меня примерно весна пришла сеять нечем. Али податишки, что ли. Вот, значит, прихожу я к тебе. Аким, говорю, дай, говорю, красненькую. А я уберусь с поля, тебе к покрову отдам. Да десятину уберу за уважение. Ты примерно видишь, что у меня есть чего потянуть. Лошаденка ли, коровенка, ты и говоришь. 2 ли, 3 ли рубля отдай за уважение. Да и все. А у меня осел на шее, нельзя обойтись. Ладно, говорю, беру десятку. Осенью переверт делаю, приношу десятку. А 3 рубля ты, окромясь, меня лупишь. Так ведь это значит, это и мужики кривье так-то-то и делают. Коли кто-то и Бога забыл, значит, это значит не к тому. Да нет, ты погоди, ну погоди. Она сейчас к тому же и натрафит. Ты помни. Теперь, значит, ты так-то сделал, ободрал меня, значит. А у Аниси примерно деньги залежные, ей девать некуда. Да и бабье дело не знает, куда их приделить. Приходит она к тебе. Нельзя, говорит, и на мои деньги пользу сделать. Что ж, говоришь, можно. Вот ты и ждешь. Прихожу я опять на лето. Дай, говорю, опять красненькую, а я тебе с уважением. Вот ты и смекаешь. Коли шкура на мне еще не ворочена, еще содрать можно, ты даешь Анисины деньги. А коли примерно нет у меня ни шиша, ну, жрать нечего, ты, значит, разметку делаешь, видишь, что содрать нечего, сейчас и говоришь, ступай. Ступай, брат, к Богу, а изыскиваешь какого другого. И опять даешь, и свои, и Анисины определяешь, и того обдираешь. Вот это и значит самая банка. Вот так она кругом и идет. Штука братоубственная. Так ведь это что ж? Это тае, значит, скверность. Это мужики тае делают так, мужики. И то, значит, за грех тае почитают. Это не по закону, не по закону это скверность это. Ну как же ученые-то тае? А это, брат, у них самая любезная штука. А ты помни, вот кто поглупее, Алибаба, да не может сам деньги в дело произвесть, он несет их в банку. А они в рот тем ситного пирога с горохом цапают и этими денежками облупляют народ-то. Ну, штука умственная. Эх, посмотрю я-то и без денег-то я горе, а с деньгами-то я вдвое. Как же так? Бог трудиться велел. А ты, значит, положил в банку деньги, да и спи. А деньги тебя, значит, поваля кормить будут. Скверность это, значит, не по закону это. Ну, не по закону. А это нынче не разбирают. А ищека как колузывают-то дочисто. Вот то-то и оно-то. Да уж, видно, время-то ей подходит. Вот тоже сортиры, значит, это и... Посмотрел я в городу, как дошли, то есть... Выглажно, значит, нарядно, как трактиры сделано, а ни к чему. Все ни к чему. Ох, Бога забыли мы Бога-то. Спасибо, родная, сыт, доволен. Митрич лезет на печь. Господи, Микола милостивый... Хоть бы отец усовестил, да и сказывать, то стыдно. Чего? А так, про себя. А, умница, все хлопочешь. Перезябл я чай. И то зябла страсть. Здорово, дедушка. Здорово. Ну что, Тама? Нету. Только Андриян из городу сказывал. Видел их еще в городу, в трактире. Батя говорит, пьяный раз пьяный. Есть хочешь, что ли? Угу. На вот. Уж холодно же, руки зашлись. Батюшка. Чего скажешь? А что, Маришка-то хорошо живет? Ничего, живет. Бабочка-то я умная, смирная. Живет, значит, это я старается. Ничего.
Бабочка, значит, истовая, все тая старательна и тая покорлива. Бабочка, значит, ничего, значит. А что сказывали с вашей деревни? Маринкину муж родня, нашу Акулину сватать хотели, что не слыхать? Эти Мироновы? Болтали бабы, что да невдомёк, значит, притаманы, значит, и не знают, а я... А что же, Мироновы-то я, мужики, значит, это я ничего. Уж не чаю, как и просватать бы поскорее. А что? Приехали! Приехали! Ну, не замаявись! Алисия! Жена! Кто приехал? Кто приехал, аль забыла? Буди форсить-то, иди! Кто приехал? Ну, муж приехал, иди в избу-то! А то-то муж! А как звать мужа-то, говори правильно! Да ну тебя! Микитой! А то-то! Невеша, ты по отчеству говори. Акимыч, ну! А то-то! Эх, тай-тай-тай-то! Эх, тай-тай-тай-то! Нет! Ты скажи, фамилия как? Чиликин! Чиликин! А то-то! Эх, надулся! Эх, тай-то! Эх, тай-тай-то! Эх, тай-тай-то! Нет! Ты скажи, какой ногой Чиликин в избу ступает? Ну, Будя, настудишь! Ну, говори, какой ногой ступает! Обязательно сказать должна! Надоест теперь! Ну, левый, иди, о, что ли! Да то-то! Эй! Эх, тай-тай-тай-тай-тай-тай-тай-тай! Нет! Ты глянь-ка в избе-то кто? Родитель. А что ж, я родителям не гнушаюсь. Я родителю могу уважение и сделать. Здорово, батюшка! Наше вам почтение. Вино-то, вино-то, значит, что делает? Скверность. Вино, что выпил, это окончательно виноват. Выпил с приятелем, проздравил. И доложишь. Эх, Толька, эх, Толька, эх, Толька, эх, жена, где я стою, говори. Ну ладно, иди ложись. Эх, Толька, эх, Толька, эх, Толька, эх. Я еще самовар с родителем пить буду. Ставь самовар. Акулина, иди, что ли? Ты что ж все расшвырял? Пряжа-то где? Пряжа? А пряжа там, а? Эй! Митрич! Где ты там заснул? Иди ложь-то бери. Что делает? Старик, значит, уморился, значит, молотил, а он-то и надулся. Ложь-то бери. Фу, скверность. О, Господи, милостливый. На дворе лошадь-то, что ли? Уморил я чай. Ишь,
Дуй его горой. Налокался как доверху. О, Господи, Микола, милость. А ты меня, батюшка, прости. Выпил? Это точно. Ну, что ж делать? Ведь и курица пьет. Так, что ли? А ты меня прости. Что ж, Дмитрий, чем не обижается, он уберет. Правду ставит самовар-то. Ставь! Родитель пришел. Я с ним говорить хочу. Чай пить буду. Акулина, покупку-то всю вынесла? Покупку? Свое взяла, а то в санях. Вот это... На, не моя. Итак, полон сундук, еще накупил. Ах ты, а! А ты, батюшка, на меня не обижайся. Ты думаешь, я пьян? Я положительно все могу. Потому пей! Да ума не теряй. Вот я с тобой, батюшка, сейчас разговаривать могу. Все дела помню. Насчет денег приказывал. Лошаденка извелась. Помню? Что ж, это все возможно. Это все у нас в руках. Вот ежели бы сумма денег требовалась огромадная, можно повременить. А то это все могу. Вот они. Эх, малый, тае, значит. Вешний путь-то е, не дорога. А это к чему? С пьяным речь не беседа, да ты не сумлевайся. Чайку попьем, а я все могу. Положительно все дела исправить могу. Деньги? Вот они. Бери на лошадь. Бери на лошадь! Я родителей не могу забыть. Обязательно не оставлю. Потому родитель... На, бери! Очень просто, не жалей. Ну? Ну, бери, говорят, когда дают. Но я же не жалею. Не могу я, значит, тае брать, и не могу тае говорить с тобой, значит, потому что тебе тае образа нет, значит. А не пущу, бери! Да ты уж возьми, ведь не отстанет. Эх, вино-то, не человек, значит. Вот так тут лучше. Отдашь, отдашь. Ну, а не отдашь, бог с тобой. Я вот как! Акулина! Покажи гостинцы-то! Чего? Ой, ну покажи, говорю, гостинцы! Гостинцы-то! Да что их показывать? Ты я уж убрала. Достань, говорю. А на Нютке поглядеть лестно. Покажешь, говорю, о Нютке, полушальчик-то развяжи. А ну подай сюда. О, смотреть тошно. Ну на, что их смотреть-то? Уж хороша же. Я-то не хуже Степанидиной. Степанидиной.
куды ж Степанидин впрочь этой годится? Глянь-ка суды. Доброта-то французская. И сечек же нарядный, у маршрутки такой. Только тот светлее по лазоревому полю. А эта страсть хороша. А ну то-то. Ну вас разложили. А да глянь к суды. Чего мне глядеть? Не видала я, что ли? Убери ты. Анисья сбрасывает со стола новую шаль Акулины. Ты что швыряешься? Ты своим швыряй! Анисья, смотри! Чего смотреть-то? Что ты? Это уж я тебя забыл. А вот гляди суды! Никита показывает Анисье сверток и садится на него. А вот и тебе гостинчик. Но только заслужи. Жена, где я сижу? Говори. Будет куражиться-то. Не боюсь я тебя. Что ж ты на чьи деньги гуляешь? Да своей жрёхи гостинцы купляешь на мои. Ух, как же! Твои! Украсть хотела, да не пришлось. Уйди, ты. Ты что толкаешься-то? Я тебя толкану. Толкану? Ну-ка, сунься. Будь-то, ну, побыть-то, ну, будь-то. Тоже лезет. Молчала бы, про себя бы знала. Ты думаешь, не знают? Что знают? Сказывай, сказывай, что знают. Дело про тебя знаю. Шлюха ты, с чужим мужем живешь. А ты своего извела. Брешешь. Нищя, забыла? Что стращаешь, не боюсь я тебя. Ну-ка, вон. Бабушка, милая, родимая. Куда я пойду? Не пойду я из своего дома. А ну вон, говорю, ходить не смей. Не пойду. А ну, говорю, Бабушка, милая, родимая. Что ты, злодей, делаешь? Думаешь, на тебя и суда нет? Погодишь ты. Я сказал вон. Бабушка, милая, родимая. К старости, к уряднику пойду. Нянька! Куда врут? Не бойся. Как же испугался я ее очень. А ты чего плачешь? Ну придет мне бось. Ну поди самовар, погляди. Ишь, подлая, загваздала как. Ну, погодишь ты. Я и безрукавку изрежу. Произрежу. Ну, выгнал я ее, ну, че ж ты? Новую шаль испачкала. Кабы она не ушла, я бельма-то бы ей повыдрала. Ну, будь, а будь серчать-то. Тебе че серчать-то? Кабы я ее любил? Любил, есть кого любить. Толстомордый-то. Бросил бы ее тогда, ничего бы не было. Согнал бы ее к черту. А дом все равно мой. И деньги мои. Тоже хозяйка, говорит. Хозяйка. Какая она мужу хозяйка? Душегубка она, вот кто. С тобой тоже сделает. Ох, бабий кадык, не заткнешь ничем. Ну что болтаешь, сама не знаешь. Нет, знаю. Не стану с ней жить. Сгоню со двора, не может она со мной жить. Хозяйка тоже. Не хозяйка она, а строжная шкура. Ну, Будя, Будя, тебя чего с ней делить? Да на нее не гляди. Да на меня гляди. Я хозяин. Что хочу, то и делаю.
Ее разлюбил? Тебя полюбил? Кого хочу, того люблю. Моя власть! А ей арест! Дана мне вот где! Эх, пить будем, да и гулять будем, а смерть придет, помирать будем. Акуль! Эх, милая! Мы жить будем, да и гулять будем, а смерть придет, помирать будем. Акуль! Эх, милая! Подрались, видно, опять бабы-то. Поцапались. О, Господи, Микола милостливый. Пролезай, пролезай в угол-то. Все не поделят, видно. О, Господи. Акуль, достань наливку-то. С чаем выпьем. Нянька, самовар уходить хочет. А мать где? Она в сенцах стоит. Плачет. Кто-то. А назови ее. Вели самовар несть. Да давай, Кулин, посуду-то. Посуду-то? Тьфу ты. Ну что ж. Так. Это значит себе. Это бабе пряжа. Карасин там, в сенях. А вот и деньги. Постой. Сейчас смекну. Мука пшеничная. 8 гривен. Масло постное. Батюшки. 10 рублей. Батюшка, иди чай пить. Куда ставить-то? Куды? Там ставь на стол. Ну что, аль сходила к старости? Ну, то-то. Говорит, откусывай. Ну, ладно. Ладно, будь серчать. Ну, садись. На, пей. На, а вот и гостинчик тебе. На. На, деньги твои прибери. Откуда же ты собрался, одемж-то? Пойду я. Пойду, значит, простить Христа ради. Вот тебе на. Куда пойдешь-то, ночным делом? Не могу я, значит, и в вашем доме-то и не могу, значит, быть. Быть не могу, простить. Ну, куда ж ты от чаю-то? Уйду, потому, значит, нехорошо у тебя.
Значит, то ей нехорошо, Микишка, в доме. То ей нехорошо. Значит, плохо ты живешь, Микишка. Плохо. Уйду я. Да ну, будь толковать, ну, садись чай пей. Что же это, батюшка, перед людьми стыдно будет? На что ж ты обижаешься? Обиды мне-то ей никакой нет, обиды нет, значит. А только-то я вижу, я, значит, только погибель, значит, сын мой, к погибели сын, значит. Погибель? Какая погибель? Погибель, да ты такаш! Погибель-то погибель, весь ты в погибели. Я тебе лето что говорил? Ну, мало ли, что ты говорил. Говорил я тебе, Тае, про сироту, что обидел ты сироту. Марину, значит, обидел. Эк помянул, про старые дрожжи не поминать дважды. То дело прошло. Прошло? Не, брат, это не прошло. Грех, значит, за грех цепляет, за собой тянет. И завяз ты, Микишка, в грехе. Завяз ты, смотрю, в грехе, завяз ты, погруз ты, значит. Ну, садись чай пить, вот разговор весь. Не могу я, значит, и чай пить, потому от скверны твоей, значит, и гнусно мне, дюже гнусно мне. Не могу я, Тае, с тобой чай пить. Эка не телет, ну иди к столу-то. Ты в богатстве, Тае, как в сетях. В сетях ты, значит. Эх, Микишка, душа надо, бля. Ну, какую ты имеешь полную праву в моем же доме меня упрекать? Да ты что в самом деле пристал? Что я тебе, мальчик, дал со зависки драть? Нынче оставили? Это точно. Слыхал я нынче, Тае, что отцов-то за бороды трясут, значит. Да на погибель это, на погибель, значит. Ну, живем у тебя не просим, а ты ж к нам пришел с нуждой. Деньги, деньги твои, вон они. Побираться, значит, пойду, а не Тае. Не возьму, значит. Да, ну, будь, ну что серчаешь? Ну, компанию расстраиваешь. Пусти, не останусь. Лучше под забором переночую, чем в пакости твоей. Тьфу, прости, Господи. Вот тяна. Опамятуйся, Микита, душа надобна. Что ж, наливать, что ли? Скучно. Скучно, Кульк. А ну где гармошка-то? Гармошка-то? Ага. Ты, конь, ты мой конь, ты товарищ, эх, мой, ты беги. Я налила. Пей. Не хочу я. Но тушить свет. Ох, скучно мне. Как скучно!
осенний вечер. На высоком потемневшем небе светлый серп молодого месяца. Двор позади избы Никиты. В глубине двора темный крытый погреб. Окна избы освещены. Приехали сватать Акулину. На крыльцо, приплясывая, выходит кума и соседка. Мавра! Мавра! Чего ж Акулина-то не вышла? Чего не вышла? А и рада бы вышла, да не досуг, слышь. Приехали сваты невест смотреть, а она, матушка моя, холодной лежит, и глаз не кажет сердешная. Да что ж так? С глаза, говорит, живот схватила. Да неужто? А то что ж? Кума шепчет на ухо. Ну, вот грех-то. А ведь дознаются сваты. Где им дознаться-то? Пьяные все. Да больше за приданым гонятся. Легко ли дают за девкой-то две шубы? Матушка моя, растягает 6, шаль французскую, холстов тоже что-то много. Да денег-то сказывали, 200. Ну уж это и деньгам не рад будешь. Срамота такая. Сват никак. Парница. Жарко страшно, бабоньки! Жарко страсть, простудиться маленько. На крыльцо вышла Матрёна. И бог его знает как, что-то не того, не радует. Ну да как старуха. А я смотрю, где сват, где сват? А ты, родной, во где? Ну, что ж, родимый, слава Господи, все, честь чести. А невеста-то, ведашь, на редкость. Такой девки в округе поискать. Оно так, да насчет денег не сморгать бы. О, насчет денег не толкуй. Что ей от родителей награждение было, все при ней. По ночному время легко ли? 3 полста. Да мы не обижаемся, а свое детище все как получше хочется. Насчет денег верно сказываю. Как покойник Царство Небесное помирал, так приказывал, чтоб в дом вдова Микиту приняла, потому мне через сына все известно. А денежки, значит, Акулине. Другой покорыстывался. А Микита все дочисто отдает. Легко ли? Деньжищи какие? Народ болтай, денег больше за ней приказано. Голубчики белые. Малый ты тоже провор. В чужих руках ломоть велик. Что был, то и дают. А девка-то какая, а? Как бабочек хорошая. Мы с бабой одно мекаем насчет девки-то. Что ж не вышло? Думаем, что ж как хворая. Она от хворая. Да против ней в округе нет. Девка как летая, не ушипнешь. А что не вышло, это ведешь с глазу. Сделано над ней. И знаю, чья сука смастерила. Да я отговор знаю. Завтра встанет девка. Ты насчет девки не сомневайся. Да что уж, дело положено. Ну то-то. Так ты уж того и не пяться. Да меня не забудь. Хлопотал я тоже. Уж ты не оставь. Ехать так ехать. Иди, что ли, Иван! Чича! Рексалья! Мамушка! Мамушка! Дем! Мамушка, вот сюда
то услышат. Ну чего? Где Акулина-то? Она в амбар ушла. Что она там делает, страсть? Одного дыхнуть нет, говорит, мочи терпеть. Закричу, говорит, во весь голос, одного дыхнуть. А вось подождет, да и гостей проводим. Ох, мамушка! Тяжко ей как, да и серчает. Напрасно, говорит, они меня пропивают. Я, говорит, не пойду замуж, я, говорит, помру. Мамушка, как бы она не померла, страсть, я боюсь. Небось, не помрет, а ты не ходи к ней. Иди, мамушка, иди, она, иди. Мамушка! Я не говорю, сватушка! Иди, Анисси прислушивается и, поняв, что гости разъезжаются, спешит в избу проводить сватов. Опустевший двор входит Митрич. О, Господи, Микола милостивый. Ух, винище-то, что выдали. Ха, да и дух уж напустили. Аж во дворе воняет. Нет, нет, не хочу. Ну ее. Ишь. Ишь, сено-то нашвыряли. Есть не едят, только копают. И, глядишь, вязанка. Дух-то, а? Дух-то ровно под носом. Ну его! Эй! Спать время. Да неохота в избу идти, так вокруг носа и вьется. Ох! Духовита же проклятая. Ну, уехали. О, Господи. Мать Пресвятая Богородица. Тоже хомутаются. Друг дружку околпачивают. А пустое все. На крыльце появляется Никита. Митрич, иди, что ли, на печку, я подберу. Ну что ж, ты овцам ты кинь. Что, проводили? Проводили. Да неладно все, уж не знаю, как и быть. Эка дерьма-то, чего тут? На то с питательной. С питательной. Там, кто хошь его вырни, он все подберет. Давай, сколько хошь, не спрашиваю, да еще деньги дают. Только поди в кормилицы. Эх, нынче это просто. Митрич, че это? Ну? Ты, смотри, ежели что, лишнего не болтай. А мне-то чего? Заметай след, как знаешь. Ох, винищем-то от тебя разит как. Пойти в избу. О, Господи, Мать Пресвятая Богородица! Ну, дела, дела. Ты где ж тут? Здесь, а? Ну, чего сидишь? Ждать неколи. Сейчас выносить надо. Что ж делать-то будем? Ну, я тебе сказывала, что то и делай. Да вы бы в воспитательной, коли что. Возьми, да и неси, коль тебе охота. На пакости-то лаком, а на разделку-то слаб, вижу. Ну, что ж делать-то? Говорю, поди в погреб, яму вырой. Ох, да вы бы так как-нибудь. Так как-нибудь? Нельзя, видно, так-то. А ты бы загодя думал, иди, куда посылают. Ох, дела, дела. Thank you.
зовет. Должно у няньки ребеночек от наводыхнуть закричал. Что брешешь, пролег, тебя расшиби. Котята там пищат. Мамушка! Иди в избу, да спи, а то я тебя. Мамушка, милая, пра, ей-богу, ей-богу. Я тебя, чтоб духу твоего не слыхала. Никита, поди делай, что говорят, а то смотри. Ну, дела. Ох, эти бабы, беда. И говорят, загоди думал бы. Когда загоди думать-то? Когда думать-то? Что ж, летость пристала Танисье. Мне что? Разве я монах? Понор хозяин, что ж, я и грех прикрыл, как должно. Тут моей причины нет. Ну, разве мало бывает так-то? А тут порошки эти. Разве я на это ее склонял? Да кабы знал, я бы ее, суку, убил тогда. Право, убил бы. Участником в этих пакостях сделала паскудница. Ох, как мне мать сказала тогда, опостылила, опостылила, не смотрели бы на нее глаза. Ну как с ней жить? Ох, и пошло это у нас. Стала эта девка вешаться. Ну мне что? Ну, не я, так другой. А ну вон что. Опять-таки моей причины тут нет никакой. Ох, дела, дела. Смелые ж эти бабы. Что придумали? Да нет. Нет, я не пойду на это, нет, не пойду. Ты что ж сидишь, как курица на насесте? Тебе что баба велела? Готовь дело-то. Да вы что делать-то будете? Да мы знаем, что делать. Ты-то свое дело справляй. Ох ты, запутляете вы меня. Ты что, альпятиться думаешь? До чего дошло ты, пётица? Да ведь это какое дело-то? Живая душа тоже. Живая душа. Чего там, чуть душа держится. А куда его деть-то? Поди пнеси вспитательный, все одно помрет. А помолвка пойдет, сейчас расславит и сядет у нас девка на руках. А как узнают? В своем дому да не сделать дело. Так сделаем, что не попахнет. Только делай, что велю, а то наше дело бабье. Тоже без мужика никак нельзя. На-ка скребочку, да слизь, да справь там, а я посвячу. Что справлять-то? Ямку выкопай, тогда вынеси, мы же приберем там. Вон она опять кличет, иди, что ли, я пойду. А что ж, помер он? Известно, помер, только живей надо, а то народ не полегся. Услышат, увидят, и все, подлым надо. А урядник вечер проходил. А ты вот что, слезь в погреб, там в уголку выкопай ямку, землица мягкая, тогда опять заровняешь, земля матушка никому не скажет, как корова языком слижет. Запутляете вы меня. Ну иди же, иди, родной. А ну вас совсем, право уйду. Делайте одни, как знаете. Что ж, выкопал он, что ли? Ты что ж ушла-то? Куда дел ты его? Веритьем прикрыла. Не слыхать будет. Что ж он выкопал? Не хочет. Не хочет? В остроге вшей кормить хочет. Сейчас пойду все уряднику скажу. Пропадать заодно, сейчас все скажу. Что скажешь-то? Что? Все скажу. Деньги кто взял? Ты!
А яду кто давал? Я давала. Да ты знал, знал, знал. С тобой в согласии была. Да будет! Будет! А ты, Микишка, что кострючишься? Ну что ж делать, потрудиться надо, иди, ягодко. Ишь ты, чистяк какой! Не хочет. Надругался ты надо мной, да будет. Поездил ты на мне, да и мой черед пришел. Иди, говорю, а то я то сделаю. На скрепку-то на, иди. А ну, что пристало? Не захочу, не пойду. Пойдешь? Анисья кидается к воротам. Не пойдешь? Народ! Стой! Стой! Постой! Будя! Что ты очумела? Он пойдет. Иди, сынок, иди, рожу. Сейчас караул закричу. Иди, сынок, иди, рожу. Уж дело такое. Умел гулять, умей концы хоронить. А измывался надо мной с висюгой своей, да будет. Пусть-ка не я одна, пусть и он душегубец будет. Узнает, каково. Ну, распалилась. А ты, девушка, не серчай потихоньку, да помаленьку, как получше. Иди, сынок, иди. Ты живей, что ли уж, заодно? Никита спускается в погреб. Ему и... задушить велю, отродье свое поганое. Иди к чёрту. Он потрудится. Пускай он узнает. Я пожалею себя. Сказала, не пожалею. А ну, посвети-ка что. Копает. Иди неси. Постой над ним. А то он подлый уйдет. А я... пойду вынесу. Смотри, окрестить не забудь, а то я потружусь. Крестик-то есть? Найду, я знаю как. В избе, слабо освещенной висящей над столом керосиновой лампой, накурено, душно. Стол беспорядочно заставлен бутылками, закусками. На лежанке у печки лежит Анютка, закрывшись с головой одеялом. Митрич сидит на лавке. Ишь, духу-то напустили. В рот тем ситного пирога с горохом. Мимо лили доброта, и табаком не заглушишь. Так в носу и вертит. Ах, Господи, спать видно. Дедушка! Не туши, голубчик. Чего не тушить? А на дворе-то гомонили как. Слышь, опять в амбар пошли. Ну, а тебе-то чего? Тебе-то чего? Авось тебя не спрашивают. Ложись да и спи. А я сейчас заверну свет. Дедушка золотой, не гаси совсем. Хоть мышиный глазок оставь, а то жуть. Ну ладно, ладно. Чего жутко-то? Как не жутко, дедушка. Нянька как билась. Брундук головой билась. Я ведь знаю, у ней ребеночек родиться хочет. Родился уж никак. Ягоза, залегай тебе лягушки. Все тебе знать надо. Ложись да и спи. Вот так-то. Вот так, вот. Вот. А то много знать будешь, скоро состаришься. А ты на печку пойдешь? А то куда ж? Тут и глупая какая, я посмотрю. Все-то ей знать надо. Вот так вот лежи да и спи. А разочек крикнул, а теперь не слыхать. Господи, Микола милостивый. Чего не слыхать-то? Ребеночек. Ну, а нет его, так и не слыхать. А я слышала. Одного дыхнуть слышала. Тоненько так. Тоненько так. Много ты слышала. А ты вот слышала, как вот такую девчонку, как ты,
дитосека посадил в мешок, да и ну ее. Какой такой дитосека? А вот такой самый. Эх, и хороша ж печь нынче. Тепла, люба. Дедушка. О, Господи, Микола, милостливый. Дедушка, ты заснешь? А что ж ты думала, песни играть буду? Дедушка. А дедушка? Копают? Ей-богу, копают. В погребе копают, слышь? Одного дыхнуть копают. Ты чего не вздумает? Копают. Ночью копают. Кто копает? Ну, корова чешется. А ты копают. Спи, говорю, а то сейчас свет потушу. Дедушка, голубчик, не туши, не буду. Ей-богу, не буду. Одного дыхнуть не буду. Страшно мне. Страшно? А ты не бойся ничего, вот и не будет страшно. А то сама боится и страшно, говорит. А как же не страшно, как ты боишься? Глупая девчонка какая. Дедушка. А дедушка? Ты заснул? Ты чё? Чего тебе еще? А какая же такая дитосека? А вот такая самая. Вот как попадется такая, как ты, не спит. Он и придет с мешком. Да девчонку-то шварк мешок. Да сам туда с головой. Подвинет ей рубашонку, да и ну хлестать. Да чем же он хлестает? Веник возьмет. Да он там не увидит, в мешке. Не бойся, увидит. А я его укушу. Его, брат, не укусишь. Дедушка, идет кто это? Кто это? Ой, матушки родимые, кто это? Ну, идет так идет. Чего же ты? Мать я чья идет. Анютка, Митрич. Чего тебе? Чего свет-то жжете? Мы в холодный ляжем. Ну вот только убрался, я птушу. Вот как надо, его никак и не найдешь. Да ты чего ищешь-то? Крест ищу. А крестить надо. Помилуй Бог, помрет некрещеный-то. Грех ведь. А то как же, известно. Порядок надо. Ну что, нашла? Нашла. То-то. А то б я свой дал. О, Господи. О, дедушка, не засыпай ты, Христа ради, страшно как. Да чего страшно-то? Помрет должно ребеночек-то. У тетки Арины так же бабка крестила, он и помер. Ну, помрет, похоронят. Да может, он и не помер бы. Да бабка Матрена тут. Ведь я слышала, что бабка-то говорила. Одного дыхнуть слышала. Ну чего ты слышала? Ну чего? Спи, говорю. Закройся с головой, да и все. Дедушка. Ну что ты? А как бы жив был, я б его нянчила. Ах ты. Ах ты, Господи. А куда же они его денут? Ну... Туда и денут, куда надо. Не твоя печаль. Спи, говорю, вот мать придет, она тебя. Дедушка, а ту девчонку ты сказывал? Ведь не убили же. Про ту-то? Та девчонка в дело вышла. А как ты сказывал, дедушка? Нашли ты ее? Ну, так и нашли.
Да где же нашли, ты скажи! О, Господи! Ну, в ихнем доме нашли. Пришли в деревню, стали солдаты шарить по домам. Глядь, эта самая девчонка-то на пузе лежит. Хотели ее пришибить. Да так мне скучно стало. Взял я ее на руки. Так ведь не дается, а руками цапается, за что попало, не отдерешь. Ну, взял я ее, да по головке, а шаршавая, как еж. Гладить, гладить. Затихла. Помочил сухарик, отпитал ей. Поняла таки, погрызла. Ну, а что с ней делать? Ну, взяли ее. Взяли, стали кормить да кормить. Да так привыкла, с собой в поход взяли, так с нами и шла. Хороша девчонка была. А что же они крещеная? Да кто ж и знает. Сказывали, что не вполне, потому народ не нашинской. Девчонку-то мы Сашкой прозвали. Сашка! Хороша была! Ведь вот все забыл, а на девчонку в рот кисительного пирога с горохом, как сейчас гляжу. Только и помню, из службы сей, как паролей помню, да девчонка вот в памяти. Повиснет, бывало, на шее, и несешь ее. Такая девчонка была, надо лучше да некуда. Отдали потом, ротно уже на в дочери взяла. И в дело вышла, жалели, как солдаты. А вот дедушка тоже батя, я помню, как помирал. Ты еще не жил у нас. Так он позвал Никиту, да и говорит: прости меня, говорит Никита. А сам заплакал. Тоже как жалостно. Вот тот и оно-то. Дедушка. Опять шумят, что это в погребе. Ах, матушки, сестрицы, голубушки. Ох, дедушка, сделают они что над ним. Загубят они его. Махонький ведь он. Дедушка. А и впрямь что-то пакостят, дуя горой. А пакостницы же бабы эти. Мужиков похвалить нельзя. Уж бабы эти, как звери лесные, ничего не боятся. Дедушка. Ну, чего тебе еще? На медне прохожий ночевал, сказывал. Младенец помрет, его душка прямо на небо пойдет. Правда это? Ну, а кто и знает, должно так. А что? Да хоть бы и я померла. Ну, помрешь еще-то вон. До 10 годов все, младенец. Душа, может, еще к Богу пойдет. А то ведь изгадишься. Ох, еще как изгадишься-то? Как вашей сестре не изгадиться? Чего ты увидишь? Чего ты услышишь? Только гнусность одну. Ты Господь. Ай-яй-яй-яй-яй. Миллионов сколько баб, вас и девок, и все как звери лесные. Как выросла, так и помрет. Ничего не видала, ничего не слыхала. Мужик, тот хоть в кабаке, а то в замке случаем, али в солдатстве, как я, узнает кое-что, а бабы что? Как щенята слепые ползают, головами в навоз тычутся, только и знают песни свои дурацкие. Го-го-го, да го-го-го. А что го-го-го, сами не знают. А я, дедушка, вот что до половины знаю. Ну да, знаешь ты много. Да и спросить-то с вас тоже нельзя. Кто вас учит? Только пьяный мужик, когда вожжами поучит, только и ученья. Уж и не знаю, кто за вас отвечать будет. За рекрута-то хоть со старшого или с дядьки спросят, а за вашу сестру и спросить-то не с кого. Так, беспастушная скотина, озорная, самые бабы эти. Самые глупые ваше сословие. Пустое самое ваше сословие. Дедушка, а как же быть-то? А вот так и быть. Завернись с головой, да и спи. Дедушка,
это? Не будем, кто это? Ей-богу, право кричит. Дедушка милый сюда идет. Говорю, с головой закройся. Что они со мной сделали? Что они со мной сделали? Что ты? Выпей, выпей ягодку винца-то. Ну, давай, не запью ли. Тише, не спят ведь. На, пей. Что же это? А зачем вы это вздумали? Снесли бы куды. Посиди, посиди тут. Выпей еще. А то покури, оно разобьет мысль-то. Матушка, родимая, дошло, видно, до меня. Не человек я стал. Матушка. Говори, что несуразно совсем. Ну точно, ночным делом жутость берет. А да я подняю, денек-другой пройдет, и думать забудешь. Уйди ты от меня, что вы со мной сделали? Да что ты, сынок, в самом деле? Уйди ты от меня, убью, мне теперь ведь все нипочем, убью! Напугался-то как. Ты иди, что ли, спать-то? Некуда мне идти. Пропал я. Пойти убрать. А он обсидится, сойдет это с ним. Зароет она его, право зароет. Матушка, не взрывай, живой он! Что ты, Христос с тобой, где живому быть? А ну давай, давай еще вина. Иди, сынок, заснешь теперь, ничего. О, жив, все. Разве не слышишь? Разве не слышишь? Во! Да нет же! Решился я в своей жизни. Ах, что вы со мной сделали? Куды уйду я? Куды уйду я? Куды уйду? Срок! Срок! Говорю я тебе, спи. Вот я тебе веник. Дедушка золотой хватает меня, кто это за плечушки? Хватает, кто это лапами хватает? Ишь, натращали девчонку, как паскудницы. Дедушка золотой, пусти ты меня напечь. Пусти ты меня ради Христа. Ну, пролезай, пролезай, пролезай. Дедушка, дедушка. Ух ты, дурочка, право дурочка. Натращали, право натращали, паскудницы в рот тем ситного пирога с горохом. Яркий солнечный день. Широкое гумно позади избы. За ним расстилаются далекие поля и луга. Посреди гумна огромный сток сена, в тени которого уснул Митрич, крепко зажав в руке веревку. На дороге к дому показались две девушки. Видишь, как прошли, и полусапожек не заморали. А с лободой-то беда грязная. Это что ж туда? Митрич, это работник ихний. Вишь, налился как. Да он не пил никак. До поднесенного дня видно. Глянь-ка, он, видно, сюда за соломой пришел. Вишь, и веревка в руках. Да так и заснул.
все еще величают. Должно, еще не благословляли. Акулина-то сказывали, и выть не выла. Мамушка сказывала, неохота идет. Ей вот чем пригрозил, а то бы в жизнь не пошла. Ведь про нее что болтали? Из-за плетня вышла Марина. Здорово, девушки! Здорово, тетенька! Здорово! На свадьбу, миленькие! Душа отошла! Так, поглядеть! Покличьте вы моего старика! Семена Изуева, знаете я чай? Как не знать? Родня, он жениху никак. Как же племянник моему хозяину женихот? Что ж сама не идешь? На свадьбу да не идти. Неохот, девушка. Да и не досуг ехать надо. Мы не на свадьбу избирались, мы с овсом в город. Покормить остановились, а старика-то моего и зазвали. Вы к кому ж заехали? К Федорычу? У него. Так я здесь постою, а ты поклич, миленькая, старика-то моего. Вызови, касатка. Скажи, баба твоя Марина велела ехать, товарищи запрягают. Что ж, ладно, коли сама не пойдешь. Пойти бы. Ничего. Да неохота, потому не видалась я с ним с той самой поры, как отказался он. Другой год. А взглянула бы глазком, как живет он со своей Санисей. Говорят, люди не лады у них. Баба она грубая, характерная. Поминал я чай не раз. Позарился на прокладную жизнь. Меня променял. Ну да бог с ним. Я зла не помню. Тогда обидно было. Ах, больно было. А теперь перетерлась на себе и забыла. А поглядела б его. Вишь ты, чего же то он идет? Али девки ему сказали, чего же то он от гостей-то ушел? Уйду я. Да и сумрачный же какой! Марина? Друг любезный, Маринушка? Ты чего? Я за стариком, за своим. А что ж на свадьбу не пришла? Он посмотрела, посмеялась на меня. Ну а чего же мне смеяться-то? Я за хозяином пришла. Эх, Маринушка! А ты, Микит, эту хватку оставь. То было да прошло. За хозяином пришла. У вас он, что ли? Не поминать, значит, старого не велишь? Старое нечего поминать. Что было, то прошло. И не воротится, значит? И не воротится. Да ты что ж ушел-то? Хозяин да со свадьбы ушел. Что ушел-то? Ах, кого знала, ты доведала. Скучно мне, Марина, так скучно. Вылез из-за стола и ушел. От людей ушел, только бы не видать никого. Что ж так? А то, что в еде не заем, в питье не запью, во сне не засплю. Ох, тошно мне так, тошно. А пуще все мне тошно, Маринушка, что один я. И не с кем мне моего горя размыкать. Без горя, Микита, не проживешь. Да я свое переплакал и прошло. Ты что, про прежнее, про старинное?
Эх, друг, переплакала ты, а ведь мне вот дошло. Да что ж так? А то, что опостылило мне все мое житье, сам себе опостылил. Эх, Марина, не умела ты меня держать, погубила ты меня и себя тоже. Ну что ж, разве это житье? Маринушка. Я на свое житье, Микита, не жалюсь. Мое житье, дай бог всякому, я не жалюсь. Покаялась я тогда старику своему. Простил он меня и не попрекает. Я на свою жизнь не обижаюсь. Старик смирный и желанный до меня. Я его детей одеваю, обмываю. Он меня тоже жалеет. Ну что ж мне жалиться? Так видно, Бог присудил. Ну а твое житье что ж? В богатстве ты? Мое житье? Вот только свадьбу тревожить не хочется. Я вот взял бы веревку вот эту, да на перемете вот на этом бы перекинул, да петлю расправил бы хорошенько, да влез бы на перемет, да головой бы туда. Вот моя жизнь-то какая. Полно, Христос с тобой. Ты что, думаешь, я в шутку? Думаешь, я пьян? Я не пьян. Меня нынче хмель не берет, а вот тоска съела меня, тоска на отделку. Так заела, что ничто-то мне не мило. Эх, Маринушка, ведь только я пожил, как с тобою. Микитушка. Помнишь, на чугунке ночи коротали? Нет, ты, Микита, не вереди, где наболела. Я закон приняла, и ты тоже. Грех мой прощенный, а старый не вороши. Ну а что ж мне с моим сердцем-то делать? Ну куда деваться-то? Что делать-то? Жена у тебя есть. На других не зарься, а свою береги. Любил ты Анисью, так и люби. Эх, это мне Анисья как полынь горькая, только она как худая трава мне ноги оплела. Какая не есть жена. Да что толковать? Поди лучше гостям, да мне мужа покличь. Эх, Маринушка, как бы знала ты все дела. О, да что говорить? Марина! Хозяйка! Старуха! Вот и хозяин твой идет, тебя кличет. Иди, иди. А ты? Ты что ж? Я? Ну, а я полежу тут. Здесь ты что ли? Марина! Чего ж стоишь-то? Иди на свадьбу! Хозяин велят тебе идти, честь сделать. Сейчас поедет свадьба, и мы пойдем. Да неохота было. Иди, говорю, выпьешь стаканчик, Петруньку шельмеца проздравишь. Хозяева обижаются, а мы во все дела поспеем. Эх, вот увидал я ее, еще тошнее стало. Ведь только было жизни, что с ней. Эх, ни за что про что погубил свой век. Погубил я свою голову. Куда денусь? Эх, расступись, мать сыра земля. Уже и крестной благословили, одного дыхнуть благословили, уж серчают. Куда денусь? Ты чего? Чего говоришь-то? А? Я ничего не говорю. Ну чего пристал? Батя, пойдем, что ли? Батя, иди благословлять-то! Право слово серчают, ругаются! Оставь! Батя! Батя, да ну же! Ступай, говорят, тот я тебя. Так я ж
Мамушку пришлю. Ну, как я пойду? Как я образ возьму? Как я ей в очи гляну? Ох, кабудыра в землю ушел. Не видали б меня люди. Не видать бы никого. А не пойду я, пропадая не совсем. Не пойду. Никита нащупывает в соломе веревку. Так-то. Вот. Никита! А, Никита! Ишь ты! И голосу не подает. Никита, что ты? Аль захмелел. Иди, Никитушка, иди, родной. Честь честью благословение сделай. Ты к стороне. Ждет ведь народ. Как мне благословлять-то? Известно как, раз не знаешь. Да знаю, я знаю. Да кого благословлять-то буду? Что я с ней сделал? Что сделал? Эко вздумал поминать. Никто не знает. Ни кот, ни кошка, ни поп-ерушка. А девка сама идет. Как идет-то? Известно, из-под страху идет-то. Да идет же. Что ж делать-то? Так, да, обдумала. Теперь ей упираться нельзя. И сватам тоже обиды нет. Смотрели, два раза девку-то. Да и денежки за ней. Все шито-крыто. А в погребе-то что? Что в погребе-то? Капуста, грибы, картошки, я чай. Что старое-то поминать? Да рад бы не поминал-то, не могу я. Но как заведешь мысль, так вот и слышу. Ох, что вы со мной сделали? Да что ты в самом деле ломаешься? Матушка, не томи ты меня, ведь мне вот покуда дошло. Да все ж надо. И так болтает народ. А тут вдруг ушел отец, не идет, благословлять не насмелится. Сейчас прикладать станут. Как зарабишь, сейчас догадываться станут. Ходи тором, не положь двором. А то бежишь от волка, напхаешься на ведмедя. Пуще всего виду не показывай. Не рот малой, а то хуже вас знаю. Запутляли вы меня. Будь, пойдем, а выйдь да благослови. Все как должно, честь честью и делу конец. Матушка, матушка, не могу я, не могу, не могу! Что это сделал? Все ничего, ничего, да вдруг нашло. Напущение видно. Никита, вставай. Никитка, вставай! Гляди, вон и Анисья твоя идет, гостей побросала. И хорошо, как матушка. Так хорошо, честно. И как народ доволен. Где ж он? Здесь, ягодка, здесь. В солому лег, да и лежит, не идет. И что же, пьяная, гляну, так с души прет. Ну как с ней жить? Ох, убью я ее когда-нибудь, хуже будет. Вишь, куда? В солому забрался. Аль хмель изнял. Полежала б я с тобой тут, да неколи. Пойдем, доведу. А уж как хорошо в доме-то, лестно поглядеть. И гармония, играют бабы, хорошо как. Пьяные все, уж так по-честно, хорошо так. Ну что хорошо-то? Свадьба, веселая свадьба. Все люди говорят, на редкость свадьба такая. Все так честно, хорошо так. Иди же. А ну иди одна. Я приду. Ну, чего кауришься-то? Все беды избыли, разлучницу сбыли, жить нам только радоваться. Все так честно, по закону. Уж так я рада, что и сказать нельзя. Ровно я за тебя в другой замуж иду. Народ как доволен, все благодарят. И гости все хорошие, Иван Моисеевич тоже, господин урядник тоже повеличали. Да сиди с ними, зачем пришла?
Да и то идти надо. Ах, чё, да то к чему пристало? Хозяева ушли, гостей побросали. А гости все хорошие. Иди же. Вместе пойдем. Я выпила, да доведу. А ну идите, я сейчас приду. О, да ночная эта кукушка седьмую перекуковала. Меня не послухала, за женой сейчас пошел. Идешь, что ли? Ну идите, идите, я следом приду. Благословлять буду. Ну идите, идите, я следом, идите. Нет, 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 не могу я, не могу, не могу. Куда денусь? Ведь то бы размыкал, какое-нибудь горе размыкал бы. А то ведь вот оно, где в сердце оно. Ведь не вынешь его никак. Ох, никак опять идет, ну наш тебе. Обнимайся со мной, как с перемета сымут. Один конец. Не дам! Не дам! Никому не дам! Сказал, принесу соломы, сам принесу. Никита, ты... Ах, черт, аль за соломой. Ну давай веревку, давай. Ты погоди. Послали меня мужики, я принесу. Ее вверх пересилила. Давай, давай вожжи-то. Сказал, не дам. Эх, Микишка, Микишка, глуп ты, как свиной пуп. Люблю тебя, а глуп ты. Ты глядишь, что я запил. А мне черт с тобой. Ты думаешь, ты мне нужен? Ты гляди на меня. Я унтер. Дурак. Не умеешь сказать. Унтер-офицер гренадерского. Ее величество самого первого полка. Царю Отечеству служил верой и правдой. А кто я? Ты думаешь, что я воин? Нет, брат, не воин я, а самый последний человек. Сирота я, заблудущая. Зарекся я пить, а теперь закурил. Что ж ты думаешь, боюсь я тебя? Как же, никого я не боюсь. Запил так запил. А хорошая, хороша. А это плохо. Эх, теперь недели две смолить буду. Картошку под орех разделаю, до креста пропьюсь, шапку пропью, билет заложу и не боюсь никого. Меня в полку пороли, чтоб не пил я. Стегали, стегали, что говорят, будешь? Буду, говорю. Чего бояться-то? Дерьма-то. Знаете, мол, вон он я. Какой есть, такого Бог зародил. Зарекся не пить, не пил, теперь запил. Пью и не боюсь никого, потому не вру. А как есть. Чего бояться? Дерьма-то. Знаете, мол, вот он я. Слышь, мне поп один сказывал, что дьявол самый хвостун. Как говорит, начер ты хвастать, так сейчас и заробеешь. А как стал робеть от людей, ты сейчас он беспятый-то. Сейчас тебя сцапал и попер, куда ему надо. А как я не боюсь людей-то, мне легко. Начхаю ему в бороду лопатому-то, матерь его поросятина. Ничего он мне не сделает. На, мол, выкуси. Ох. И что же это я в самом деле? Чего? Так не велишь бояться людей?
Есть чего бояться, дерьма-то. Ты их в бане-то погляди. Все из одного теста. У одного брюха потолще, а то потоньше. Только в них и различки. Вон он! Есть кого бояться в ратнем ситного пирога с горохом. Что, идешь, что ли? Эх, да и лучше так-то. Иду! Мир православный! Мир православный! Ехать-так ехать! А церковь разве близко? А вот дай срок, вот чем благословить! Да где ж он? Идет, сейчас идет, миленькие! Поиграйте еще, красавицы, пока что! Да уж все песни пропей, я ожидался! Мир православный! Вы все здесь, и я здесь. Вот он я. Никитушка, что это ты? О, головушка моя. Вот на. Опамятуйся, что ты? Иди, батюшка, без тебя нельзя. Марина, ты тут? Иди, бери образ, благословляй. Погоди, дай срок, Акулина. Ты здесь. Да что ты народ перекликаешь? Где ж ей быть-то? Да что он чумой? Мир православный. Виноват я, каяться хочу. Что ты с ума спятил? Миленькие, у него ум зашел-то. Увести его надо. Ну не тронь. А ты, батюшка, слушай. Первое дело, Марина, гляди суды. Виноват я перед тобой. Обещал тебя замуж взять. Тебя соблазнил. Кинул. Прости, Марина, грех мой перед тобой. Прости меня, Христа ради. И чего разлопоушился? Не к лицу совсем, что никто не спрашивает. Встань ты, что озорничаешь? Ох, напущено это на него, и что это сделалось? Встань, что пустая болтаешь? Ну, не тронь. Вспоминать вздумал. Буди форсить, стыдно. Не тронь. Акулина, к тебе речь теперь слушайте. Мир православный. Окаянный я, Акулина, виноват я перед тобой. Твой отец не своею смертью помер. Ядом отравили его. Головушка моя, да что он? Не в себе человек, ты увидите ж вы его. Постой, вы ребята-то, постой, значит. Акулина, я его ядом отравил. Прости меня, Христа ради. Брешет он. Я знаю, кто. Что ты? О, Господи, грех-то, грех-то. Берите его. А старосту пошлите до понятых. Надо акт составить. Встань-ка ты. Поди сюда. А ты, значит, это я. Светлая пуговица, это я, значит. Погоди. Дай он-то я скажет, значит. Ты, старик, смотри, не мешайся. Я должен составить акт. Экай ты-то, об акте-то я не толкуй, значит. Тут-то, Божье дело идет. Кается человек, значит. А ты-то, акту. Старосту. Дай Божье дело отойдет, значит. Тогда, значит, ты-то, справляй, значит. Еще, Акулина, грех мой перед тобой великой. Соблазнил я тебя. Прости меня, Христа ради. Пусти меня. Не пойду замуж. Он мне велел, а теперь не пойду. Повтори, что сказал. Погодите, господин урядник, дайте досказать. Говори, дитятка, все говори. Легче будет, кайся Богу, не бойся людей. Бог-то, Бог-то он, вот. Отравил я отца. Погубил я пес и дочь. Моя над ней власть была. Погубил ее и ребеночка. Правда это, правда? На погребице доской ребеночка ее задушил. И закопал в землю.
Я сделал. Один я. Брешет. Я велела. И щити ты меня. Не боюсь я теперь никого. Прости меня. Мир православный. Вяжите его. Свадьба ваша, видно, расстроилась. А ну, погоди, погоди. Поспеешь. Батюшка, родимый, прости и ты меня, окаянного. Не послушал я, пес, твоего слова. И вышло по-твоему. Прости меня, Христа ради. Бог простит, дитятка родимая. Себя не пожалел, он тебя пожалеет, Бог-то. Бог-то он. Во! Понятых и здесь много. Сейчас допрос с ним. Я скажу правду. Допрашивай меня. Акулина, нечего допрашивать. Все я один сделал. Мой и умысел, мое и дело. Идите, куда знаете. Больше ничего не скажу.